Привет, друзья! С вами канал Maros Life. В сегодняшнем видео хочу рассказать о реалиях жизни в Чехии. Работу мы сегодня пока оставим, потому что стартовал Новый год. Стартовал уже 22-й год. И прошел уже реальности первый месяц, январь, да. Ранее я вам рассказывал, что в Чехии дали чуть больше зарплату, то есть минимальная зарплата повышается. Помимо этого, там разные скидки на ребенка даются там и так дальше. Но фишка еще есть в другом, есть другая сторона медали, а это конкретно касается всех поплаток, всех платежей по коммунальным счетам, по электричеству. И вот в действительности мы все это ощутили на себе в начале этого года, вот как раз, можно сказать, в начале февраля уже скоро это все ощутим по оплатам, потому что подорожало все очень сильно. Если сначала было как бы информативно, рассказывали, что будет повышаться отопление, тоже электричество на 30-50%, в цифрах этого мы не понимали, то сейчас уже реально понимаем. Ну, начнем с того, что у нас поднялась квартира, сейчас конкретно говорю за себя, по стоимости. Почему? Потому что не хозяин захотел так, а потому что поднялись реально цены на поплатки, это на коммунальные услуги, на воду, на... За свет мы платим сами отдельно, это тоже отдельная история, то есть я сейчас об этом всем расскажу. Поднялись поплатки, и нам он поднял в итоге сумму на 1500 крон за месяц. То есть мы платили за коммунальные, грубо говоря, это входило в стоимость 3500 крон за месяц, за квартиру, грубо говоря, 60 квадратов двухкомнатную, да, то сейчас уже будем платить 5000. То есть по сумме у нас квартира будет теперь выходить в реальности дороже, порядка 13500 крон в месяц. Я знаю, что некоторые ребята платят дороже, некоторые дешевле, но опять же все зависит от того, какие-то районы, город и так дальше. Поэтому тут, конечно, тоже поделитесь своей информацией, насколько у вас подняли цены или не подняли, или оставили. Это все зависит, конечно, от хозяев. Ну, это рекомендации не хозяев, а рекомендации местных городов, так сказать, местных районных центров, где предлагают поднимать ценовую политику, потому что с них берутся эти деньги, с этих маитлы, то есть с хозяев квартир, которые сдают свои помещения и так дальше. Поэтому поднялись цены, это первое. Второе, это электричество. Тоже еще ранее, наверное, в сентябре, была информация, что поднимется цена на электричество. Мы на себя ощутили стоимость, мы за свет платили в среднем 700 крон в месяц за нашу двухкомнатную квартиру. Сейчас же нам увеличили эти поплатки, залоги, так называемые, то есть сколько мы израсходуем, и увеличили их почти на 70%. Стоимость сейчас нашего света в месяц составляет 1220 крон, то есть если мы платили изначально 700, то сейчас уже платим 1220, и это все суммируется к этой квартире. То есть по итогу, в среднем, я так скажу, разница с прошлым годом и сейчас уже будет составлять 2000 крон в плюс. То есть, естественно, не нам, нам-то в минус, а в плюс уже к квартире, к стоимости квартиры, та, что была изначально. Поэтому в реальности, ребят, жизнь дорожает, тут ничего не скажешь. Сказать, что... Вы не подумайте, кстати, там я сейчас не жалуюсь вам ни в коем случае, я просто делюсь информацией, чтобы новые ребята, которые будут приезжать в Чехию, новые будущие жители этой страны понимали, к чему готовиться, что не так все просто, как раньше было, не так, как было, грубо говоря, там в 16-18 году, когда стоимость там того же, к примеру, рохлика, стоимость еды была там дешевле, там порядка 80 копеек, сейчас уже стоит он порядка 2 крон, ну, это я так вам к примеру по стоимости питания, потому что оно тоже подорожало, и там где-то на 5-10 крон, потому что реально вся инфляция жрет очень сильно те увеличения по зарплатам, которые там планируются, которые будут, и которые мы только получим, грубо говоря, там в начале февраля. Я постараюсь об этом тоже снять отдельный ролик и сказать, подняли ли нам зарплату и подняли ли насколько. Вот, потому что минимальную подняли, но, соответственно, с минимальной должна подниматься и зарплата у тех ребят, которые работают на своих ставках, в зависимости, кто кем работает. Так что, друзья, вот такая вот ситуация. Жизнь чуть-чуть подорожала. Вот, на сколько процентов, ну, это, наверное, каждый решит сам для себя, потому что у каждого свои расходы, растраты, но, скажу вам так, по еде, если брать конкретно, то мы уже не вписываемся в тот бюджет, что мы изначально там себе старались вписываться. Это нормальное питание, то есть это все продукты, которые необходимы для
жизни и не только, имеется в виду не там тупо гречка макароны и там сосиски, нет, то есть нормальное мясо, яйца, молоко, все как положено. Тем более у нас ребенок, мы за этим стараемся, всем следить, то есть не голодать в этом плане. Поэтому стоимость вот такая вот, подорожало жилье, подорожала еда, подорожали услуги, так что будем крепиться дальше, посмотрим, что будет ждать нас в этой стране. А вы, ребят, делитесь, пожалуйста, тоже своей информацией, кто в каком городе живет, насколько у вас поднялись цены или, может, опустились, потому что я тоже интересовался у чехов, говорю, как вы на это все реагируете, то, что поднимается ценовая политика на все. Мне говорят, ну, это нормальное явление, это инфляция, там все такое. Должны попустить. Ну, посмотрим, попустит или нет, и когда это будет, тоже никто не знает, потому что попустить может через 3 года, попустить может через год, а может через 10 лет, когда уже все поднимется до такого масштаба, что просто никто с этим не сможет ничего сделать. Но, по крайней мере, правительство в Чехии новое, обещают, что это временно, ну, а там посмотрим, как оно в реальности будет, временно ли это или не временно. В любом случае, не расстраиваемся, работаем, самое основное, вот, и будем следить за всей этой информацией, будет уже нас ждать. Так что, друзья, делимся тоже своей информацией, у кого что и как происходит, в каких районах, желательно, чтобы понимать общую картину по всей Чехии, вот, а там уже будем смотреть. У меня, в принципе, на этом все, всем удачи и до новых встреч, всем пока!